пятницу 8 мая в Самарской области ожидается пасмурная, а в некоторых районах ясная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 15 градусов, ночью 2-4 выше 0. В Сызрани ясно, днем плюс 14 градусов, ночью плюс 4. Ветер северный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти ясное небо, днем плюс 14, ночью 2 градуса выше 0. Северный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, но без осадков. Дневная температура 14 градусов тепла, ночью плюс 4. Ветер северного направления 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 45%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.